Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня мы рассмотрим LED-телевизор от LG 32LK540B. Эта модель была выпущена в конце 2018 года. Модель относится к бюджетной ценовой категории среди линейки LG, подготовлена специально для тех, кто ищет прямо самый-самый бюджетный вариант. Ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, это было непросто. Надеюсь, что вам понравится и вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 32 дюйма, разрешение 1366 на 768, подсветка Direct LED. Домашние развлечения с эффектом присутствия. Подключите свое устройство для развлечений и отображайте игры, фильмы и другой контент на экране своего телевизора. Miracast — это технология, которая позволяет просматривать ваш мобильный телефон или компьютер на экране телевизора, как удаленный дисплей. Таким образом, вы можете видеть рабочий стол, свои фотографии или смотреть фильм на полном экране. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра HD-контента с данной модели телевизора — 135 см. Размеры телевизора — 73 см в ширину, 44 см в высоту, толщина — 8 см, вес — 4,4 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: один композитный, один компонентный, один HDMI 1.4, один USB 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. На боковой панели расположены один HDMI 2.0, один слот CI+, 1.4. Модель поддерживает Wi-Fi. Операционная система WebOS 3.5 с возможностью обновления до 4.0. Простота использования для вашего удобства. Откройте для себя разнообразные функции телевизора Smart TV на базе LG WebOS. Через приложение LG TV Plus управляйте телевизором с помощью смартфона. Включить приложение Ivi на LG Smart TV стало как никогда просто. Теперь для этого есть отдельная кнопка на пульте вашего телевизора. С приложением Ivi вам станут доступны огромная библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов, классические хиты и последние новинки проката. Virtual Surround Plus — виртуальный объемный звук. Кажется, что технология объемного звучания от LG воссоздает звуки заново. Звуки окружающего мира можно услышать прямо через динамик телевизора. Выходная мощность 10 Вт, 2 по 5 Вт динамика, направленные вниз. Присутствует DTS-декодер. Я провел анализ отзывов реальных пользователей данной модели. Сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этого телевизора, а после перейдем к положительным отзывам. Звук слабоват. Один выход USB маловато, надо бы побольше. Ну и теперь перейдем к положительным отзывам, которые иногда пересекаются с отрицательными. Smart TV работает отлично. Качественная картинка, просто идеальная. Засветов белого или слишком темного черного нет. К интернету подключается по Wi-Fi, проблем с подключением не было. Разрешение для эфира хватает с головой. Внешний дизайн. Если вы стали владельцем данного телевизора, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!